оплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Власти Тувы приступили к разработке перечня мер по реализации президентского послания. Накануне правительство республики и Верховный Хурал провели совместное заседание по вопросу о дополнительных мерах сбережения народа и усилению экономической политики. По итогам совещания руководителям социального блока правительства поручено провести анализ уровня доходов и расходов каждой семьи в разрезе населенных пунктов. Я вам обратился, уважаемые депутаты, пожалуйста, пусть это будет дискуссия парламента. Выработайте отношение к этой ситуации, когда действительно председатель администрации вроде бы и хозяин, и одновременно никто. Нанятый менеджер, который не может принять решение. Может быть, в этом есть какая-то причина проблем, но не думаю, что это основная причина. Основная причина все-таки в том, чтобы мы мобилизовали своих земляков на труд, на созидание. В этом отношении мною были инициированы целый ряд проектов или, если хотите, предложений, которые на устах, и «Кэштаг для молодой семьи», многое другое, о чем мы говорим. Вот, например, один из них – социальный проект. В каждой семье не менее одного человека с высшим образованием. Это само название говорит, казалось бы, о простых вещах. То есть просто Министерство образования Татьяна Юрьевна Санча должна исполнить анализ семьи, каждой семьи. Исходя из анализа семьи, должна вывести, что из числа школьников, которые представляют эту семью, должна она вывести пятиклассника, а может быть одиннадцатиклассника, а может быть вообще говоря того, который только что пришел в школу, что он обладает задатками к тому, чтобы в будущем получить высшее образование. И в ручном порядке должна взращивать человека, который должен состояться как специалист с высшим образованием. В связи с изменениями в федеральном законе об обязательном медицинском страховании с 2019 года они освобождены от уплаты налога на доходы и страховые взносы в фонд ОМС. Правительство и парламент Тувы наметили также провести анализ доходов и расходов населения республики, оценить степень влияния сложившегося уровня региональной экономики и итогов реализации национальных проектов на снижение бедности. Правительством Российской Федерации сейчас инициируется национальный проект, который имеет отдельное финансирование. Это экспортные товары. И не случайно мы сюда пригласили руководителя таможни, потому что не всегда я понимал ситуацию, когда таможенник, руководство Тувинской таможни воспринимает свою работу как, прежде всего, работу, направленную на фискальность, на то, чтобы не пускать, а не способствовать тому, чтобы больше было экономического оборота товаров, услуг, людей. И это привело к тому, что в один из годов наших, вообще говоря, остался один единственный участник внешнеэкономической деятельности. И тогда уже возникла тема по поводу закрытия Тувинской таможни. В федеральных органах также должны быть люди, которые понимают реальную ситуацию, что мы, будучи приграничным регионом, должны зарабатывать на своем географическом положении. И это ненормально, когда с 2006 года есть решение правительства Российской Федерации о том, чтобы между Монголией и Россией установить многосторонность таможенному пункту. И это решение выше, чем все остальные решения, которые могут быть ведомственного характера. И до сегодняшнего дня не введено это решение правительства Российской Федерации. Если мы не имеем права на территории Тувы претендовать на то, чтобы это было многосторонним таможенным пунктом, тогда пусть закроют это решение, и мы будем молчать тряпку о том, что у нас нет никакого шанса использовать свое приграничье. Но когда есть решение, и до сегодняшнего дня это решение бюрократизируется, тогда я не понимаю. Я категорически сопротивляюсь тому, когда начинают меня бить по поводу того, что ничего не делается, в то же время есть реальные шансы хотя бы на разнице товаров между Монголией, Китаем и Россией зарабатывать нашим людям. Кроме того, власти Тувы планируют подготовить и направить в правительство России материалы, обосновывающие включение республики в перечень пилотных регионов по реализации федеральной программы снижения уровня бедности. Когда говорят о том, что да, мы готовы дальше наращивать, мы действительно все сделали для того, чтобы сегодня уже выпускать 1 миллион 700
тысяч тонн угля. Это рекордное количество, объемы угля, которые мы вывозим. Никогда в Туве такого количества добычи угля не было. Но эта добыча идет за счет автотранспорта, и вы должны понимать, с какой рентабельностью мы работаем. Дайте нам возможность сегодня и сейчас сделать так, чтобы как это в Якутии произошло. В Якутии буквально не было железной дороги, и там добычи угля не было, там по одному месторождению, Мичел, где вот они работают. Так вот, в одночасье, как только была железная дорога построена, они начали уже добывать более 10 миллионов тонн, и было трудоустроено 1000 людей, и это было действительно отражением изменения экономики там, на этой территории. И ничего не произошло такого, чтобы говорили о снижении экологии, о том, что люди стали там беднеть, потому что что-то начали вывозить и тому подобное. Но мы также понимаем, и неоднократно я с Василием Иловичем на эту тему разговаривал, что Тува экстенсивными методами развития сельского производства никогда не сможет стать самодостаточным регионом. Понятно, что нужны нам высокопроизводительные рабочие места. Нужно даже в сельском хозяйстве наращивать производительность труда и находить новые возможности для привлечения инвестиций на технику, на технологии. В предстоящей масштабной работе по проведению сплошного исследования семей на предмет бедности ключевая роль отводится администрации муниципалитетов и депутатам всех уровней. Координировать эту деятельность взялся Верховный Хурал Тувы. Органам местного самоуправления рекомендовано также усилить работу по обеспечению условий для самозанятости граждан, включая огородничество, ведение личного подсобного хозяйства и иные формы. Накануне в Респрокуратуре прошла пресс-конференция по итогам работы за 2018 год. Главный прокурор Тувы Александр Боровков в первую очередь рассказал журналистам о деятельности угольной компании «Межигей-Уголь» и мере реагирования по снижению содержания загрязняющих веществ в сточных водах из шахты. 26 декабря 2018 года прокуратурой республики заявлен иск в Кызыльский городской суд, которым мы пробуем, или, так скажем, предметом иска является возложение обязанности на хозяйствующий субъект обеспечить соблюдение всех нормативов и не допустить, значит, нарушения природоохранного законодательства. То есть своей деятельности юридическое лицо должно строго соответствовать тем нормативам, которые были с ними заключены при, значит, данной деятельности юридического лица. Так, например, статьей 56 Водного кодекса запрещено юридическому лицу сливать сточные воды с нарушением предельно допустимых норм в какие-то водные объекты. Также на встрече были обсуждены вопросы несоблюдения Трудового кодекса страны. Как отметил Александр Боровков, прокурорами в 2018 году по обращениям граждан в ходе плановых мероприятий выявлялись факты начисления и выплаты заработной платы ниже МРОТ, установленного для нашего региона. Более того, подобные факты выявления в бюджетных учреждениях. По искам прокуроров взыскано более 29 миллионов рублей с работодателей решениями суда. По иным мерам, не связанным с судебным понуждением, в ходе, значит, проверок прокуроров работодатели доплатили своим работникам недоначисленной и недовыплаченной заработной платы на сумму более 16 миллионов рублей. Нарушения прав человека, в частности детей, с ограниченными возможностями здоровья, также попали в поле зрения структуры. Так, прокурорами за прошедший год выявлялись нарушения прав детей-инвалидов на получение дошкольного, общего, среднепрофессионального образования и предоставление лекарственных средств. В 4 зональных учреждениях осуществляется дистанционное обучение ребятишек, детей-инвалидов. И, конечно, прокуроры выявляли, к сожалению, значительное количество нарушений. Это и связано с получением дошкольного образования, с получением среднего образования, специального образования. Эти нарушения были связаны с непредоставлением возможности
ребенку-инвалиду обучаться на дому. Медикаментозное, первоочередное медикаментозное, значит, выделение медикаментов, либо получение каких-то иных медицинских услуг. Прокуроры очень жестко реагировали на данные нарушения. И по мерам, в связи с примененными мерами реагирования, в большинстве своем случаев эти нарушения устранялись. Но там, где не хватало наших полномочий, мы обращались с исками в суд для защиты прав детей-инвалидов. В завершение встречи прокуратура региона в лице главного прокурора Александра Боровкова за активное сотрудничество вручила журналистам благодарственные письма. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь. С потеплением снежный покров на крышах зданий и домов начал таять, образуя огромные сосульки. Это сигнал для принятия мер управляющими компаниями и собственниками зданий по своевременной уборке снега и наледи, дабы избежать несчастных случаев. Контроль над выполнением предупредительных работ проводит Управление по административно-техническому надзору мэрии, которое рекомендует заняться данной работой заблаговременно. Следует напомнить, что согласно нормам и правилам благоустройства Кызыла, от снега должны очищаться дома с мягкой или плоской кровли. Счищается снег также с крыш девятиэтажек, где смешанная кровля. Механическая уборка снега по соображениям безопасности не производится в домах со скатной кровлей в связи с хрупкостью шиферного материала и скользкостью металлического покрова. Всего в городе насчитывается чуть больше 500 многоквартирных жилых домов. С наступлением оттепели мэрия Кызыла обязывает обслуживающие компании ежедневно производить осмотр домов и по мере необходимости производить удаление наледи и сосулек. Жителям также стоит обратить внимание на выполнение этих работ в их домах и требовать от управляющих компаний и ТСЖ снятия с крыши ледяных образований. В 2018 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Туве получили более 20 тысяч семей. Наибольшая доля получивших субсидий отмечена в Мангунтайгинском, Чедыхольском, Барунхемчикском и Улукхемском районах, сообщает Красноярскстат. Сумма начисленных субсидий населению республики составила чуть меньше 320 миллионов рублей. Выплачено с учетом предыдущих периодов около 350 миллионов рублей. Среднемесячный размер субсидий на одну семью составил более 1200 рублей. Для сравнения, в соседней Хакасии субсидии получили около 7,5 тысяч семей. Сумма начисленных субсидий населению Хакасии составила более 100 миллионов рублей. При этом среднемесячный размер субсидий на одну семью составил около 1100 рублей. В 2018 году социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг оказана более 70 тысячам жителям республики. Наибольший охват населения социальной поддержки отмечен в Авюрском, Дзунхемчикском, Кайхемском и Судхольском муниципальных районах. Объект средств, предусмотренных на оказание социальной поддержки из бюджетов всех уровней, составил около 330 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета чуть меньше 200 миллионов рублей. И о курсах валют на сегодня. Доллар составляет 65 рублей 62 копейки, евро 74 рубля 49 копеек. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Вечер, праздник, стол, бокал, гости, песни, шум, вокал, дверь, прощание, домой, ключ, машина, ехать, стой. Водитель, помни, по статистике, за последние 10 месяцев 2018 года на территории республики совершено 103 автоаварии по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Не садись пьяным за руль. Алкоголь и автомобиль несовместимы. Цена такой ошибки – жизнь. В Туве госавтоинспекторами выявлен факт незаконной перевозки 1350 литров спиртосодержащей продукции. 25 февраля на улице Шоссейная, села Усть-Илигест, сотрудниками управления ГИБДД региона для проверки была остановлена «Газель» под управлением жителя села Кызылмажалык.
В ходе досмотра транспортного средства сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 900 бутылок пивной продукции различных наименований объемом 1,5 литра каждая. Сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, у 50-летнего гражданина не было. В действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов. Водитель для дальнейшего разбирательства доставлен в дежурную часть полиции. Незаконно перевозимая продукция общим объемом 1350 литров изъята и направлена на исследование. Министерство образования и науки Тувы проводит международный фестиваль-конкурс «Чтецов. Посвящаю маме» среди обучающихся образовательных организаций региона. Цель мероприятия – стимулирование творческой деятельности обучающихся и воспитание уважительного отношения к матери. В фестивале-конкурсе «Чтецов» участвуют школьники от 7 до 17 лет. На республиканский этап допускаются два победителя муниципального этапа. Первый этап фестиваля-конкурса проводится 8 марта в честь празднования Международного женского дня. Второй этап фестиваля конкурса будет проводиться 18 апреля 2019 года. Третий этап, республиканский, пройдет 15 мая в честь празднования Международного дня семьи. Международный этап с 6 по 9 июня в селе Самогалтай Тесхемского района. Основная конкурсная программа должна включать в себя исполнение участниками двух разнохарактерных литературных произведений. Первое произведение, посвященное маме, второе произведение «Свободный выбор чтецов». Победители республиканского этапа участвуют в международном этапе и будут проходить мастер-классы по выразительному чтению и актерскому мастерству с профессиональными педагогами с 3 по 6 июня. Участники, отобранные для участия в международном этапе в период проведения фестиваля-конкурса, будут проживать на базе детского оздоровительного лагеря «Сайлык» Тесхемского района. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. «Отличные наличные» – больше займов – больше сумма. По республике переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 12 метров. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 22 до минус 24, днем от минус 6 до минус 8 градусов. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма.